есть любители грузинской кухни. Готовим простое грузинское блюдо шкмерули. По старой доброй традиции Женя займется соусом на основе сливок, чеснока и кинзы, а я займусь курочкой. Да, Женя? Да, Дима, что? Открыли душу. Помассажируем немного. Так, чтобы каждая косточка прохрустела. Главное не забыть поперчить наших курочек. А курочек мы будем жарить на топленом масле. Другого нет. Солим и перчим. Готовим наш волшебный соус. Для этого у нас есть сливки, чеснок. Евгений, человек, не имеющий жалости к чесноку. Я правда ничего не могу с собой поделать. Очень-очень мелко режем чеснок с учетом одна головка на одного цыпленка. Все очень просто. Порезали чеснок, берем кинзу и для соуса используем только стебелечки, очень мелко нарезанные. И все вместе сгружаем в сливки. Давай залпом шлепни теперь это все. Четвертуем. Заливаем сливками и в печь. Чего не забыл? Семен Семенович, хмели сунели. Бывает. И потомим этих певчих птичек минут 20. Все-таки курица без картошки. Мы решили, что это деньги на ветер. Верно. Эх! Приятного аппетита! Приятного аппетита!
Это чудо какое. Это чудо. Ароматы сливок, курицы. Сначала попробуем, а потом решим, чудо ли. Ну это вкусно получилось. Я бы сказал, очень вкусно. Спасибо, что были с нами. Да. Может, не будем вас. Не будем. Не будем вас. Не будем вас. Хорошо, а? Мурка, блин! Готовим наш. Роб. Зови. Все, пошел. Ниже опускай курицу, ага. Чеснок. Евгений. Женя, хватит пальца облизывать. Но это не гигиенично. Зато вкусно.